Как-то проезжала карета по живописным шкловским лесам, и вдруг на карету напали волки. Карете надо было, лошади несли очень стремительно карету, но чемоданы, которые находились у владельца, мешали движению кареты. Во имя спасения своей жизни хозяин стал выбрасывать чемоданы, и в скорости на том месте, где, наверное, вот поселенцы обнаружили большое количество чемоданов, да, может быть, с какими-то приданными, да, драгоценностями, да, ценностями, решили основать свое поселение. А вот эти вот чемоданы, которые вы видите, они из фондов нашего Шкловского района историко-краеведческого музея. И, наверное, вот точно такие же чемоданы были выброшены из кареты. В деревне старые чемоданы. Такие старые чемоданы. Видите, у нас тут и карета нарисована, и мудам, и люди с советской армии, марки, ну и прочее, прочее. Вот такая была задумка сделать этих чемоданов. Смотришь поставить на ваши чемоданы и сразу в отпуск хочется. Работают люди, живут. Если кто хочет, и себе подработает, конечно, и свое подсобное хозяйство держит, и прочее, и хочет свое яичко съесть, и хочет своего молока попить, детям, чтобы кто-нибудь приготовить, отдать, и подзаработать на этом хотя бы копеечку. Но это, конечно, труд тяжелый. Как тут жизнь в старых чемоданах? Ну, замирает потихоньку. Почему замирает? Ну, видите, ни народа нема, никого нет. Может, потому что весна холодная, а потом летом все появится? Может быть, да. Ну, в принципе, у нас в конце в этом уже все поприехали, кто хотел. То есть все дачники здесь. А в старых чемоданах теперь больше дачников? Да, в принципе, больше дачников. Так, и неплохо, и нехорошо, крепко. Ну, живем помаленьку, да и все. Трудимся. А в чем плохо, в чем хорошо? В чем плохо? Мало народу. А что хорошего? Хорошая природа, хорошая. Самое главное. Ну, а что больше надо? Для счастья, не знаю. А что вам еще надо для счастья? Для счастья? Ну, денег побольше, как обычно говорят. А говорят, за деньги счастья не купишь. Ну, здоровье, чтобы было. Самое главное, остальное все будет. Будем стараться, чтобы жили чемоданы. Ну, да, видите, нет молодежи, чтобы поддерживали чемоданы. Ну, что у нас в этом году ни одного человека не родилось. Да и они 3 года назад один родился. Ходи. Ну быстрей. Не хочешь, погладил. Любите животных, да? Ну куда ты их денешь?
Можно я у вас еще спрошу, откуда у вас такое отчество? Неужели вашего папу звали Сигизмунд? Кем он был? Сигизмунд кем был? Белорусом. Просто это что, в гражданскую войну. Да, тут стояли поляки. Вот и был один тут, как бабушка рассказывала, был Сигизмунд. Ну вот они назвали так его. Сигизмунд. Польское имя. Но сам он не поляк. Белорус. А фамилия? Субыч. Фамилия-то белорусская? Да. Ну так вот. А вы Иван теперь Субыч? Да. Теперь я Иван Субыч. И целый Сигизмунд. В данный момент отпуск, вторая неделька пошла, последняя. Ну, приехал матери помочь, да и отдохнуть немножко. Ну, погода, правда, не удалась. Да, этой весной погода не очень. Холодно, ну ничего, печку топим каждый день, поэтому нормально. Хорошо здесь дышится? Очень, очень хорошо дышится, легко. Воздух всегда свежий, движение здесь не очень большое. Поэтому деревня нравится, и моим детям, и внукам всем нравится. Что вы здесь садите? Да, все что угодно. Картофель, морковь, свекла, помидоры, огурцы, баклажаны. Ну, то, что вообще везде. Но в городе все это можно купить? Можно, тоже матери сколько раз говорили, что все это можно купить. Ну, она не согласна, говорит, что здесь все экологически чисто, а в городе как бы сомневается в чистоте продуктов. Родина. Хоть и в городе в основном жива, деревню тянет. А что здесь такого хорошего в этой деревне? Ну, а вот что хорошего в городе? Телевизор смотреть тоже скучно. А здесь я чем захотел, тем занялся. Ну, заходил, например? Ну, дровы пробил, покопал, сходил на рыбалку. Видите озеро какое? Так что я волен, да, грубо говоря. Ну, именно поймать, да. Поймать, но не съесть. Не, это второстепенно. А в чем кайф вообще от этого? В том, что сидишь спокойно и птички поют? Ну, это тоже, да, единение с природой. Ой, молодец. Он тебе позирует. Тут родился, родители мои жили, и дяды, и бабы, и все, и я остался тут, на родине. Не уехали? Нет, не уехали.
пробовал в свое время перестройку, пробовал лучшей жизни, но вернулся обратно. Расскажите, пожалуйста, вы ловите школьный автобус. Хорошая работа. Ну, работа, работа ответственная, конечно. А так... Но дети веселые? Дети у нас отличные. Отличные детки. А вас как называют? Дядя-водитель? Дядя Леня. Дядя Леня. Показать там. Будочка их новая, но я, правда, закрыл, чтобы не холодно им было. А у нас не съест? Ума. Нельзя. Нельзя. Ну, пойдемте, нет. Сейчас я... Ой, маленькие. Спят, отдыхают. Сколько же их у вас там? 9. 9 щенков? 9, да. Вот такие маленькие. Он меня не видит, да? Ну, еще не понимает. Вот такое маленькое, тепленькое, хорошенькое. Ой, тёмно. Все, мама, не волнуйся. Это приблудный. Но смотрит на вас как родной. Угу. Молока родной. Давай. Родной. Их 6 штук сейчас. О, свисток мой. Свисток, иди сюда. Свисток, иди ко мне. Спасут ли дачники и дети, которые приезжают в родительские дома? Ну, родительские дома еще останутся, которые пока не забудутся, эти дома. А молодежь сюда уже не поедет. Молодежь не привыкла работать в деревне. Неужели так трудно работать в деревне? А вы попробуйте. Давайте я вам пару коровок выделю, приезжайте у нас, поработайте. Полчасового подъем и часов 12, наверное, отбой ночи. Чемоданцам пожелаю, первое, здоровья, второе, спокойствия душевного. И всячески, только прочитать и приезжать нам почаще, особенно дачнику приезжать почаще, у которых в домах и зимой приезжать, не забываться, что у них есть тут свое подборье. Ну, конечно, на рыбалочку, чтобы рыбку словили, ну и что-нибудь еще.